Все, мы добрались до аэропорта. Сидим, ждем, когда нас пустят. Как заходите в аэропорт, сразу табло. Табло посмотрели, вам показали, и потом идете, вот очередь стоит, вам показывают направление, проверяют чемоданы, досмотр, проходите внутрь зоны. Мы пока ждем, у нас оказались 12, начнется еще где-то 20 минут. Это иностранцы, чартером привезли целый автобус. Это так. Ну и вот мы в зеленой зоне аэропорта города Шарм-эль-Шейха. Что хочу сказать. Там не дали снимать, значит, проходите первую ленту. Все снимаете, все ставите на ленту, зашли. Потом зарегистрировались, дали багаж, заполнить визу выездную. Ну тоже там все просто, фамилия, имя, отчество. Туда-сюда снимать не дали, нельзя. Потом идете на паспортный контроль. Паспортный контроль прошли. Еще одна лента. На этой ленте разуваете, снимаете. Все обязательно, любая обувь, какая бы ни была, снимаете, все обыскиваете. У меня в рюкзаке был фотоаппарат, вот эта камера, еще что-то. А, этот удлинитель. Заставили все вытащить, все выпотрошили, весь рюкзак мой. Перед тем, как сюда вот зайти, в эту зону, вот, вот он наверху, вот там. Хотели отнять провод, электрический удлинитель, но потом сказали, ай, ладно, проходи, не надо. И бутылочку воды, 0,5, да, 0,5 прошла, 0,5 осталось чемодан. Они очень обратили внимание на вот этот чемодан. Удлинитель, да, они не поняли, за эту перетрясли мы чемодан весь. Ну, ручную кладь мой, рюкзачок перетрясли весь. Вот такой, ну все, мы сейчас ждем посадки. Гейтс уже у нас известен. 2 часа вылет. Встретимся в Стамбуле. Пока. Да, ребята, забыл сказать, нельзя вывозить кальяны большим жирным крестом нарисованным, красным. Вывоз кальянов запрещен. Ну и ракушки всякие, и всякую лабуду. Кораллы, шмалы, там всякую буйду. Тоже отнимут все. Ну, ножи, воду, все это, как, все как во всех аэропортах. Кальяна нельзя, вот это тоже поразило. В ручной кладе. Привет, друзья, мы уже в Стамбуле. Ну, надо выйти в город, то в транзитную зону входить не надо. Нужно пройти прямо, как в первых частях видели, там поворот на транзит, а это надо идти прямо, чтобы выйти в город. У нас длинная пересадка 6 часов. Но мы в город не пошли, потому что прилетели рано утром, 6 утра. Завернули сразу в транзитную зону. Сейчас начинается рассвет. Зашли сюда, и как же найти сидячие места? Может даже где-то прилечь. Что для этого нужно сделать? Смотрите, все очень просто. Идете. Смотрите на табло, какой вылет сейчас у самолета. Вот, например, гейтс 202. Правильно? Все, значит, оттуда народ сейчас будет уходить на самолет. А нам ждать 6 часов. Они уйдут, места освободятся. Вы спокойно садитесь, ложитесь. И все, и тем самым ждете спокойно на сидячих, лежачих местах. Бывает, вот, ложатся прям так, здесь, пофигу. Видите, народ занял. Все, мы сейчас с вами пройдем подальше. Посмотрим. А потому что там, где только заходите, там уже сидячие места все заняты. Вот, смотрите. Опа, видите? Вот сколько лежачих свободных мест. Таким образом устраивайтесь поудобнее. Устраивайтесь поудобнее, будет у вас все по кайфу. И ожидайте спокойно свое время. Вот как-то так. Вот опять мы.
взяли обед. Сколько стоит это все удовольствие? 58 лет. Это пицца, салат входит, суп и кока. В том же кафе на втором этаже. Вот они здесь самые дешевые. До Макдональдса дошли, там все дорого. Здесь тоже. Ну и в дьюти-фришке, соответственно, для себя тоже самый дешевый 4 евро. Шнапс 0,5. Хэнкес. Ну как-то так. Приятного аппетита. Все, мы уже в Москве. Все хорошо. Полетели со Стамбула. В Москве все просто. С самолета выходите. Дети на таможню, прошли. Везде направляют, подсказывают. Здесь уже русская речь, все красота. Классно. Чемоданы берете и идете уже сюда. Остался еще один билет. И мы дома уже. Позвонил, встречает. Да, напустим, в Москве все очень дорого. Как сделали? В отеле на ужин. Взяли пакетики. Там же мясо. Сыра набрали, на ужин жареную курочку, жареное мясо, и все это дело вручную класть, короче. Ну, а сейчас в Москву приехали, красота. Это я взял штучку в Турции. В Турции мы купили, там перекусили, а сейчас в Москве сидим, открыли чемоданчик, вот картошечка с нашего отеля. Курочка, мяско. Ну, в общем, нам... В Стамбуле даже дешевле перекусить. В Стамбуле дешевле перекусить, чем в Москве, блин. Ну, как-то так. Ну, а нам остался еще один перелет. И мы дома. Пока-пока.